Любимая, креативная, удивительная, неповторимая, дорогая Ольга Анатольевна. Сегодня вы нас выпускаете в большую жизнь. Закончилась наша учеба в школе. Но в нашей жизни будет еще много разных уроков. И мы хотим сказать вам, что опыт и знания, которые вы дали нам, бесценны. Опыт в творческих конкурсах. Наше выступление на Ахматовой мы будем помнить всю жизнь. И раз мы будем вспоминать вашу доброту, понимание и любовь. На протяжении всех этих лет вы заботились о нас и сделали наш класс настоящей семьей. Вы вложили в нас частичку своей души. Хотим сказать спасибо вам за все. За все наши конкурсы. Уроки, советы, беседы. За то, что всегда видели настолько лучшее. Простите нас за то, что иногда доставляли вам тревоги и огорчения. Вы всегда говорили, что наш класс лучше вашей педагогической жизни. Но мы желаем вам, чтобы ваш следующий класс был еще лучше, чем мой. Мы желаем вам вдохновения. Побольше радостных дней, успехов и счастья. Сегодня хочу поздравить вас с долгожданным, но оттого не менее грустным событием, как выпускной. Спасибо вам за постоянную заботу и за ваше понимание. Спасибо за то, что всегда являлись искоркой вдохновения, упорства, решительности и дружбы в нашем классе. Я хочу пожелать вам здоровья, уважения, терпения, успехов вашей деятельности, послушных и талантливых учеников, ярких красок и удачи в жизни. Также я хочу вам напомнить, что для каждого из нас вы стали больше, чем классный руководитель. Вы стали самым настоящим напарником и наставником с самого начала нашего 6-летнего пути. К чему я все это говорю? Я не хочу, чтобы вы думали, что этот вечер – последняя наша встреча. Мы с вами еще встретимся, и не раз. Возможно, наши пути переплетутся вновь, ведь такой опоры и поддержки, как вы, я не встречу больше нигде. Спасибо вам за все. Хочу сказать вам большое спасибо за это проведенное время в школе. Спасибо вам за вашу помощь, поддержку, щедрость. Спасибо вам за то, что вы нам помогали в конкурсах, ведь без вас мы бы не выиграли ни в одном конкурсе. Буду по вам очень сильно скучать. Хочу вас поблагодарить за годы, которые мы провели вместе с вами. Для нас вы как вторая мама. Вы нас поддерживали, помогали и двигали вперед. Ваши уроки и лекции нас многому научили. Ваши советы во многом помогли. Спасибо, низкий вам поклон за то, что вы нас так учили. За доброту, за знаний вагон, за все, что в школе получили. Любимая Ольга Анатольевна, я хочу сказать вам спасибо за те годы, которые мы провели вместе. Несмотря на то, что вы вели у меня всего лишь 2 года, за это время вы успели стать мне любящей мамой, которая мне во всем всегда помогала и поддерживала. Хочу сказать спасибо отдельное за наши с вами репетиции. Я их никогда не забуду. Вот, буду помнить их всю жизнь. Это были незабываемые времена. Вот, спасибо отдельное за ваши уроки, на которых всегда было очень интересно. И мы не хотели выходить на перемену, потому что сидели и слушали ваши интересные истории. Вот, их мы тоже никогда не забудем. Спасибо большое вам за те годы, которые вы нас терпели, вот, потому что иногда мы были несносными, но, тем не менее, вы очень хороший педагог, учитель и, в принципе, человек. Вот, я вас никогда не забуду, вы очень много для меня сделали, спасибо вам большое. Драгоценная Ольга Анатольевна, наш любимый классный руководитель. Вы подарили мне, да и вообще всему нашему классу, огромное количество своей любви и заботы. Вы помогали нам даже в тех ситуациях, в которых большинство педагогов осталось бы в стороне. Именно вы тот человек, который взял нас за руки и провел по темному, местами даже тернистому пути нашего взросления. Ольга Анатольевна, большое спасибо за все эти годы совместной работы. Вы навсегда останетесь в моем сердце, как мой любимый классный руководитель. И как близкий мне человек, которому я всегда могу прийти за совет в трудные минуты своей жизни. Большое спасибо за все, что вы для нас делали. Самому замечательному человеку и лучшему учителю говорю сегодня я спасибо. Вы самый прекрасный и добрый наш классный руководитель. Спасибо вам за ваш труд и ваши старания, за понимание и доброту души.
за знания и настойчивость, за теплые слова и мудрые советы. На вас всегда можно положиться, посоветоваться. Не боясь чего-то, вы всегда дадите совет и напутствие. Таких учителей, и тем более людей, очень мало. Ольга Анатольевна, огромное вам спасибо за то, что вы просто наш учитель. Я снимаю на память. Ольга Анатольевна, спасибо вам за то драгоценное время, которое провели вместе с нами. Спасибо за то, что были нам больше, чем учитель. За то, что помогали нам, наставляли нас. Вы стали нам второй мальчик. Я восхищаюсь вашим талантом, опытом и профессионализмом. Никогда не забуду наши репетиции и выступления. На них мы становились по-настоящему дружным и единым коллективом. Это никогда больше не повторится, но останется самым ярким и незабываемым впечатлением. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет. Спасибо вам за то, что воспитывали нас, дарили свою любовь, терпение, всегда поддерживали. Желаю вам оставаться такой же мудрой, доброй, жизнерадостной, творческой и позитивной. Пусть вам всегда все легко удается, жизнь будет полна радостных событий, а каждое мгновение дарит только положительные эмоции. Мы вас любим. Люблю вас. Мы вас любим. Мы вас очень любим. Мы вас любим. Мы вас любим. Мы вас любим.